Добрый день, представляю вашему обзору вот такой вот перфоратор Makita с емкостью аккумулятора 3000 мАч. Модель DHR-202, размер диска на 20 мм максимальный. Данная модель у нас 21 года, в ноябре выпущена. Внешнее состояние отличное, хорошо сохранился. Видно, не много им работали. Также в дополнение у нас в комплекте идет зарядное устройство и дополнительный аккумулятор. Система охлаждения с внутренним вентилятором. Продемонстрирую вам работоспособность данного агрегата. Так, в режиме отбойный молоток. Все бьет. Реверс тоже работает. Режим сверления.